Мы рады объявить вам о запуске нового бустер-пула 2.0. Чтобы получать ежедневные награды из бустер-пула 2.0, нужно приобрести бустер-сплит 2.0 лицензию, затем контракт, а после вывести и заморозить полученные токены бустер-сплит 2.0. Оплата лицензии – это первый этап работы с продуктом. Именно лицензия определяет лимит или количество бустер 2.0 сплитов, которое вы можете приобрести с помощью заключения контракта. Только после покупки и активации бустер-сплит 2.0 лицензии вам откроется доступ к бустер 2.0 контрактам. Бустер-пул 2.0 является самым выгодным продуктом на сегодняшний день. Во-первых, лицензия и контракт бустер-сплит 2.0 оплачиваются с помощью заморозки Ultima. Уникальность этого способа заключается в том, что вы замораживаете Ultima на один год на своем Smart Wallet, а по истечении этого срока получаете токены обратно на свой кошелек. Во-вторых, с лицензиями и контрактами бустер-сплит 2.0 вы можете получать награды сразу из трех пулов ликвидности – бустер, ультима и игрового пула. А во время действия легендарного промо вы получаете не только бустер-сплиты, но и промокоды на пополнение баланса в телеграм-игре Battle Bulls. В этой инструкции мы подробно расскажем, как купить бустер-сплит 2.0 лицензию и контракт на сайте продукта DeFi.U с помощью заморозки ультима, продемонстрируем весь процесс сплитинга от вывода токенов из дашборда до запроса первой награды. Шаг 1. Покупка бустер сплит 2.0 лицензии. Перейдите на сайт DeFi.U. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Войти» и авторизуйтесь. Проскроллив страницу вниз, вы увидите список доступных к покупке лицензий в разделе «Бустер сплит 2.0 лицензии». Обратите внимание, если в данный момент будет проводиться промо, то на первой вкладке вы увидите предлагаемые в рамках нее лицензии. Покупка промо-лицензий происходит аналогично описанному в этой инструкции процессу. Выберите подходящую вам лицензию и нажмите на кнопку «Покупка». Откроется окно, в котором вам будет предложено выбрать способ оплаты. Выберите заморозку Ultima, подтвердите согласие с условиями, поставив галочку, и нажмите «Покупка». Откроется окно, в котором вам будет необходимо ввести адрес вашего Ultima кошелька, на который через год вы сможете получить замороженные токены Ultima. Обратите внимание, что допустимо использовать только ваш личный кошелек в Smart Wallet, к которому вы имеете полный доступ. В случае, если вы укажете биржевой адрес, вы не сможете получить размороженные токены. Также недопустимо использовать кошельки третьих лиц. Обратите внимание, что после оплаты продукта заморозкой возраст Ultima на кошельке, который вы указали, будет обнулен. После ввода адреса нажмите «Подтвердить». Далее откроется страница, где будет указана сумма в Ultima и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Адрес также будет доступен в виде QR-кода для отправки транзакции с мобильного приложения. Чтобы оплатить, отправьте необходимую сумму на указанный кошелек. Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которую видите на экране, и не забывайте про комиссию сети. Если вы все сделали верно, то увидите сообщение о том, что покупка бустер сплит 2.0 лицензии прошла успешно. Теперь лицензию необходимо активировать. Для этого перейдите в раздел меню «Мои лицензии», найдите купленную лицензию и нажмите на кнопку «Активировать». Если вы хотите посмотреть историю активаций, перейдите на вкладку «История активации». Теперь на виджете использования лицензии Booster Split 2.0 изменится значение, увеличится общий и доступный лимит. Лимит указывает значение, которое определяет, сколько Booster Split 2.0 контрактов вы можете купить в соответствии с лицензиями. Шаг 2. Покупка Booster Split 2.0 контракта. После того, как вы приобрели и активировали Booster Split 2.0 лицензию, ваш следующий шаг – заключение Booster Split 2.0 контракта. Для приобретения Booster Split 2.0 контракта перейдите на вкладку «Booster Split 2.0 контракты». После того, как вы выбрали подходящий по лимиту контракт, нажмите кнопку «Покупка» рядом с ним.
появится всплывающее окно, где нужно выбрать способ оплаты Ultima Заморозка и согласиться с предоставленными условиями, установив соответствующий флажок. Затем нажмите кнопку «Покупка», чтобы продолжить. Откроется окно, в котором вам будет необходимо ввести адрес вашего Ultima кошелька, на который через год вы сможете получить замороженные токены Ultima. Обратите внимание, что допустимо использовать только ваш личный кошелек в Smart Wallet, к которому вы имеете полный доступ. В случае, если вы укажете биржевой адрес, вы не сможете получить размороженные токены. Также недопустимо использовать кошельки третьих лиц. Обратите внимание, что после оплаты продукта заморозкой возраст Ultima на кошельке, который вы указали, будет обнулен. Введите кошелек и нажмите на кнопку «Подтвердить». Далее откроется страница, где будет указана сумма в Ultima и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Адрес также будет доступен в виде QR-кода для отправки транзакции с мобильного приложения. Чтобы оплатить, отправьте необходимую сумму на указанный кошелек. Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которую видите на экране, и не забывайте про комиссию сети. После совершения заморозки дождитесь уведомления, подтверждающего заморозку Ultima на вашем кошельке. Поздравляем! Вы успешно заключили Booster Split 2.0 контракт. После приобретения контракта вы заметите, что значение в виджете «Использование Booster Split 2.0 лицензии» на панели управления обновились. Шаг третий. Вывод токенов Booster Split 2.0 на Smart Wallet. Чтобы получать вознаграждение от Booster Pool 2.0 в Ultima, нужно вывести токены Booster Split 2.0, Boost 2, на ваш кошелек в Smart Wallet. Не забудьте обновить кошелек до последней версии и убедитесь, что на нем есть достаточное количество смарт для совершения транзакций. Мы рекомендуем иметь от 10 тысяч смарт, чтобы совершать операции со сплит-токенами. Для активации просто переведите 0,1 смарт на ваш кошелек. Также обратите внимание, что для вывода токенов потребуется подключенная двухфакторная аутентификация. Итак, для вывода токенов Boost 2 авторизуйтесь на сайте defiu.com. В самом верху слева вы увидите доступный баланс. Мой статус Booster Split 2.0 с кнопкой «Выплата». Нажмите на эту кнопку. Откроется окно, в котором вам будет необходимо выбрать баланс для вывода. Выберите баланс «Доступный Booster Split 2.0» и нажмите кнопку «Следующий шаг». В открывшемся окне вам нужно будет вставить адрес вашего Booster Split 2.0 кошелька в графу «Адрес кошелька». Адрес можно скопировать в Smart Wallet. Вставьте скопированный адрес. В соседней от адреса графе укажите количество Booster Split 2.0 к выводу и нажмите кнопку «Перевод». Откроется окно, в котором вам нужно ввести код двухфакторной аутентификации. Откройте приложение Google Аутентификатор и впишите актуальный в приложении код в соответствующее поле. Если вы все сделаете верно, то увидите сообщение, что запрос на вывод токенов был создан. Скоро токены поступят на указанный вами кошелек. Историю пэйаутов вы найдете в разделе «Транзакции» – «Пэйаут». Сплитинг токена Boost 2 в Booster Pool 2.0. Сплитинг – это процесс заморозки токенов, Booster Split 2.0 на Smart Wallet и получение за это ежедневных наград за замороженные токены из пула ликвидности. Рассмотрим пошагово процесс сплитинга. Первый шаг перед началом сплитинга – это заморозка токенов Booster Split 2.0. Выберите в вашем кошельке токен Booster Split 2.0 – Boost 2. Откроется экран с детальной информацией о вашем балансе и история транзакций. Для участия в сплитинге сначала необходимо заморозить токены Boost 2. Приступим к сплитингу токена Boost 2. Нажмите на символ заморозки. На открывшемся экране вы увидите ваш доступный к заморозке баланс и общее количество замороженных токенов на вашем кошельке. Чтобы заморозить токены, нажмите на кнопку «Заморозить». На следующем открывшемся экране вам будет предложено ввести количество токенов к заморозке. Введите желаемую сумму и нажмите на кнопку «Подтвердить».
Далее вам нужно будет проверить сумму к заморозке и подтвердить действие, нажав на кнопку «Заморозить». Далее вам нужно будет подтвердить действие пин-кодом. Если вы все сделаете правильно, то увидите экран с поздравлением, который означает, что токены были успешно заморожены. Следующий шаг – запросить награду за замороженные токены. Первую награду вы можете получить спустя 24 часа после заморозки. Выберите токен Boost 2 и нажмите кнопку «Сплитинг». Она находится сразу под вашим балансом. Обращаем ваше внимание, что сплитинг требует наличия смарт-коинов на балансе, они необходимы для оплаты исполнения смарт-контракта. Если у вас нет достаточной суммы коинов смарт, вам будет предложено пополнить баланс. Если коинов на балансе достаточно, откроется окно с информацией о текущем статусе сплитинга. Обратите внимание, что первую награду можно получить спустя 24 часа после заморозки. По прошествии этого времени нажмите на кнопку «Получить награду» для того, чтобы запросить награду у пула. Откроется экран подтверждения. Обратите внимание, что если вы используете Smart Defender, то вам потребуется приложить карточку к смартфону для запроса вознаграждения. Поставьте галочку, подтверждающую, что вы согласны с условиями использования продукта, и нажмите на кнопку «Подтвердить». Готово. Вы успешно запросили награду. Осталось кликнуть на кнопку «Ок», и экран токена Ultima будет открыт, там вы сможете увидеть вашу награду. Важное правило. Перед тем, как вы начнете процесс заморозки, обращаем ваше внимание на то, что любое действие по заморозке или разморозке токенов Boost 2 обнуляет время ожидания награды в сплитинге на кошельке. Время ожидания награды составляет 24 часа. К примеру, если вы 20 часов назад получили награду и до получения следующей оставалось 4 часа, то в случае, если вы заморозите или разморозите Boost 2, срок ожидания награды обнулится и составит 24 часа. Поэтому мы рекомендуем сначала запрашивать награду, а затем замораживать токены. Не забывайте участвовать в сплитинге и запрашивать награду каждый день. Если у вас останутся вопросы, вы всегда можете отправить их в нашу службу поддержки.